Хочу познакомить вас с еще одним сортом томатов, которые я выращиваю. Называется маниста шоколадная. Вообще такой красивый-красивый сорт шоколадного цвета. Плоды массой 25-30 грамм в форме сливки. Очень урожайный сорт, но высокорослый, требует подвязки. Его можно выращивать и в теплицах, и в открытом грунте. Созревают плоды через 110-120 дней после высадки семян в грунт. Отлично подходит для салатов, для употребления в свежем виде. Делать консервацию ассорти из таких черри томатов разного цвета вообще красиво смотрится в банке. А какой вкусный томатный сок из черноплодных томатов, вообще обалденный. Сейчас покажу, какой этот томат в разрезе. Вот такая вот у него мякоть внутри коричневого цвета. На вкус, как я уже говорила, очень сладкий. И если делать консервацию, можно пол-литровыми баночками. Кому не надо большие емкости. Вот сколько поместится их в одну баночку. А если еще сюда других черри добавить, желтых, красных, вообще будет суперски красиво. Вот так вот смотрится в банке. Я бы всем рекомендовала выращивать этот сорт, так как сорт очень обильно плодоносит, очень много дает плодов. И плоды на вкус очень вкусные, сладкие. Так что пробуйте, выращивайте.